Всем добрый день. Ну вот, смотрите, наши малыши тут с мамкой бегают. Вот один тут пьет сейчас, а двое вон. Вот смотрите, мальчика тут очень хорошо видно. Вот, вот это вот считали, что тоже мальчик. Но это, по-моему, не мальчик сплэшевый. Мне что-то уже кажется, что это девочка. Вот это тоже считали, что это мальчик, а мне кажется, что это девочка. Вот мальчика, вот смотрите, мальчика вот не перепутаешь, у них совсем другой гребень. И у них уже, они даже младше, а у них уже сережки есть. Вот это тоже сплэшевый, смотрите, мальчик. Вот 100%. А вот это тоже, наверное, мальчик. Но вот это девочка. Хотя все называли, что это вот, мне так не знаю. Вот, короче, у меня теперь не понимаю я в сплэшах ничего. Вот. И вот это вот тоже ее называли мальчиком, а походу, по-моему, это девочка тоже. Вот смотрите, какой это мальчик. А фотографии делали, считали, что девочка. А считали, что это мальчик. Кое-кто написал, что это девочка. И вот девочка тоже, смотрите. Черт-те что, не могу ничего понять с ними. Я уже запуталась. Вот, так что так вот. Вот, вот какой это мальчик, смотрите. Никакой это не мальчик. Это курица. Хотя считали, что это мальчик. Мальчики, они оперяются всем по-другому. Ты мои зяйки, они такие ручные, такие холёсимые. Такие мамины сладкие. Такие мои солнышки. Такие золотые зайки. Вот тут вот какашку вижу, сейчас уберу, чтобы не топтались по говняшкам. Вот смотрите, видите, такие мои ручные птички. Такие мамин ручные зайки. Они все тут рядышком со мной бегают. Что ты тут мне клюешь? Что ты тут мне клюешь? Ты холёсы такие. Такие ручные зайки мои. Мои такие золотые. Вот. Так что вот, смотрите, никакой это не мальчик. Это девочка. Сейчас еще фотки сделаю.